сейчас начинаются соревнования по кроссфит. Команда Акуна Матата и ЛБ, Лёлик и Болик. Вот они. Давай, Эльнур! Мы должны их сделать! Давай! Быстрее! Сетапы, ну, не отдыхай! Полинка побежала уже? Че, мешок? Выигрываешь? Давай, Юр, давай без остановки. Сможешь? Давай чуть-чуть. Нас вперед. На честность. Можем, давай, последний круг. На сетапах не вздумай отдыхать. Быстро все делать. Быстрее. На тебе 15, 16, 17, 18, 19. Поднимайся! Ровно! А? Ровно? Что скажешь? А? Нормально. Вы даже не устали, по-моему. Эдик, девчонки сильнее, выносливай нас. Это вообще... Вот ты сорвал, видишь? Внимание! В этом раунде победила команда Акуна Матата по причине, во-первых, техник. Команда Лёлик и Болик на втором круге не было отмашки, да? И вот так, крайний старт, соответственно. Вот. Это у нас, да? Да. Вот пустите вот. Итак, второй этап. Готовимся. Все по 10, не забываем. Ты, по-моему, лишка сделал, Эльнур. Так, вот так, да.
Подсаживайся. Подсаживайся. А моя гульнаска пока продолжает работать. Преодолеваем зону комфорта, преодолеваем, кричим, делаем! Все равно молодец! Хорошо! Есть! Молодец! Счастлив? Ну, что-то нас не засудит по технике. Ну, у техника. Технику. Счет 1-1. Ура! Следующий раунд. 2-6. Это классно. Заключающий. Заключительный. Решающий раунд. Метаболический. Че, ноурэпивец? Тебя погонял, ноурэп будет. Че, комментарии? В первом этапе. Первый этап мы немножко сдали, второй мы сделали. Просто вот так, ну третий, сейчас посмотрим. Если бы судили по технике, им бы не засчитали. Ладно. Люди настраивают себя как могут. Ну молодцы, то, что участвуют. Главное не победа, главное участие. Кроссфит – это соревнование не между атлетами, а соревнование с самим собой. Ты просто каждый раз преодолеваешь самого себя с каждым днем, каждый час преодолеваешь самого себя. Главное понять суть кроссфита. Третий этап. Thank you.
молодец. Выдох, выдох, дышать, мужики, дышать и действовать. Ниже садись. Ты можешь. Давай. Одно очко. Работай. Три. Пять. Десять. Три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 60, вау, есть очко, дай 5, акуна, матата, полизан, все равно молодцы, дай тебе. Молодцы. Дай пять. Нифига не придумаешь, да? Старались по-настоящему. Вообще умер просто. Я заметил, на улице, да, у тебя слабо шло. Это видео, да? Да. Как можно не позировать, да? Не надо. Вот. Спасибо этому человеку, спасибо, что нас пригласил. Организация. Все клево, офигенно. Да, замечательный подарок. Идем, идем еще. Вот, а ты говорил, мне что подарить тебе. Вот тебе подарок, это скульптура. А еще можно нам по коктейльчику еще такого же? Это зависимость уже. Уважаемые участники соревнований, я очень рад, что вы пришли в этот замечательный женский день. Во-первых, мы поздравим еще раз наших любимых женщин. Максимально сегодня темп, максимально темп, мне очень понравился. Рад вас будет в гости, в принципе, просветили эти люди со всей другой планеты. Поэтому я всегда рад друг другу помочь, если чем-то могу помочь, для достижения результата. Мой зал, зал Динамо открыт для вас, поэтому приходите. И мы дарим вам грамоты, которые у вас громко музыка, да? Как ты, люди в наших рядах,
Поздравляю тебя. Спасибо большое, приятно познакомиться. Команды взяли второе место, но вообще какой-то все взяли первое место. Спасибо. Второй этап Альфа-Гали у нас, по сути, да? Да. Отыграл. Я вообще прогнозы другие придумал. Третий этап. 15%. Ничего страшного, ящик. Спасибо. Спасибо огромное. Говорит, серебро похоже на пальцы. Поздравляю. Ну, мы с тобой уже пересекались, и, видать, не просто так вот жизнь встретили здесь. Я поздравляю тебя. Очень достойно выступил, очень реально. Учитывая, что ты сорвался, не себе позоришься, да? Вот. Также ты получаешь скидку 15%. А на 10 в течение месяца, да, если вы еще реализуете, ладно? Если нет, то вы можете кому-то передать. Молодец. В общем, что могу сказать? Все-таки свершилась моя мечта сходить, позаниматься, либо поучаствовать на соревнованиях в спортивном комплексе «Динамо». Так получилось, что команды были всего лишь две. Это 1+1, парень и девушка. Я, Ильнур Нурдинов, и Гульнас Вахитова. Против команды парни и девушки, это Эдик Бибулатов и Полина Щелконогова. Все вместе мы представляли команду «Королев фитнес». Сегодня 8 марта, хорошая тусовка, кроссфит-тусовка была произведена девушкам, Гульнас и Полине. Мы подарили такой подарок, это кроссфит-тренировку. Ну, как в качестве тестирования, соревнования, могу так сказать. Вот, спасибо за внимание. Соревнования были супер. Победителей здесь, в принципе, нет. Выиграла дружба. Мы показали себя, свои способности, все, что смогли, выжили из себя. До свидания. Канал на русском портале.